80% работодателей Нижегородской области поддерживают переход на 4-дневную рабочую неделю. 4 из них уже перейдут в ближайшие 3 года. А как к этому относятся саровчане? Пойдемте узнаем. Готовы, пусть работают 7 дней в неделю. 24 часа в сутки, да? Нет. Да. Это молодежи решать, а не нам. Да. Угу. Ну а вообще, вот по вашему мнению, как уже, как у опытных, так спросить, 4 дня, это нормально или же все-таки нужно это работать? Если зарплату оставят, то нормально. А если без зарплаты, а работу, то плохо. Кто, а кто работу работать будет? Нет, плохо. Я считаю, все, не надо, лучше враг хорошего. Вот как да. было, так и надо оставлять. Не надо эксцессов, нервных стрессов детям, да. когда родители лишний день дома. Да. Нет, я считаю, все как было, так и оставить. Шестидневка тоже очень плохо, кто-то уже поднимал. Да, 5 дней и все. Должна быть полная рабочая неделя. Ну, чтобы все успевали всегда или что? Да, конечно. Там сейчас, по крайней мере, вне работы много, поэтому лучше шестидневка. А как считать зарплату? Надо поднять? М? Естественно, зарплата всегда хорошо. Думаю, что отрицательно. Почему? Просто-напросто весь объем работы, который есть у каждого, вряд ли это смогут все выполнить за 4 дня. То есть лучше оставить как есть, да? Лучше оставить, конечно, как есть. При этом учитывая, что, конечно, заработную плату не оставят на прежнем уровне, такая, как она была при пятидневке. Вот и все. И экономический эффект надо учитывать, и производственный. Скажем так, стимул. Ну, с одной стороны, казалось бы, ну, больше выходных, вроде как бы хорошо, с другой стороны, зарплаты меньше, поэтому. И то, смотря какая работа, потому что, например, если у врачей и там учителей, ну, это вообще, ну, это не надо, потому что еще меньше у них и так, потому что мало ли что помощь, например, от врача потребуется, поэтому, мне кажется, все-таки нет. А если мы перейдем, все-таки выходные, пятница, суббота, воскресенье или суббота, воскресенье, понедельник? Как лучше? Даже не знаю, там, наверное, уже разница особо не будет, потому что все равно все 3 дня, они идут подряд, но может кто-то выберет понедельник, потому что понедельник день тяжелый, я даже не знаю, это уже, в принципе, они все подряд тут, поэтому я не знаю, там, будет ли какое-то отличие, будет ли это как-то заметно или нет, просто день будет начинаться с выходных. Хорошо, что будет больше отдыхать, но меньше будет, скажем так, время работать. Если на работу нравится, то как можно будет к ней ходить? То есть все-таки лучше 5 дней в неделю? Лучше 5. Что касается меня, то я готова работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, с любимым коллективом, на любимом канале, бесконечно. Для вас опрос проводили Ирина Вышегородцева и Евгений Шикарев.